На фабрике этой ничего тарас. Ох, молодец. А ребенок. Сколько ж тебя можно ждать-то? Не говори. У меня было такое сиденье, я бы там сидел. Первые добровольцы. Очки посадят. Очки посадят. Да, все не хорошие. Мы как здесь. Смотри. Смотри, мы тебя не выбыла на этом далеко. Как везет, да? Еще желающие есть окуну? Смотри сюда. Ну! Не. Ну еще желающие есть? Не, я только ручкой попробую. Я нырять не буду. Посмотреть бы. А жену куда потерял? А, затребовала независимости. Этот мотор. Я только спускаюсь, только туда, обратно, туда, обратно. Группа симулянтов. Проверял немножко размяться так. Покажи этим взрослым, как надо А повод кто-то вообще кто-нибудь знает? Нет? Или это вам так шампанское типа так и положено? Нет, то нельзя, последний раз. Давай. Так, господа, минуточку. Подожди. Попрошу вас с выстрелом. Неделю назад мы поженились. Ура! Так что давай, поздравляйте. Звонки. Будьте здоровы! Горько! Какой будьте здоровы! А, ну... Горько! 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 Горько!
Это не для форума, Игорь. Я это вырежу. Спасибо всем, ребят. Я тоже пойду. О, вот точно, вот на это дерево. Тебе задача полежать во всех ручьях севера. Да. Да. Понял, Игорь? Я просто начинаю, ребята, теряться через колючку. А что им за прибудет на ухо? Мама, сейчас ты увидишь. Машу Миухаби сюда. Вау. Говорится же, да. Там с моим шефом ездили 2 недели подряд в телевизор. Вот честно, я чувствовал, что если бы